Россияне на фоне ослабления рубля вновь принялись скупать бытовую технику. Причем сейчас для этого начали залезать в кредиты. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на банкиров, в январе объем выданных займов на покупку техники оказался таким же, как и в ноябре. Хотя обычно в январе в этом сегменте низкий сезон, потому что потребители в основном закупаются перед новогодними праздниками. Эксперты опрошенной газеты говорят, что причины такого поведения те же, что и год назад. Это опасение, что импортная техника подорожает еще сильнее из-за падения рубля. Правда, аналитики говорят, что экономического смысла в этом мало. Ритейлеры зачастую повышают цены не так сильно, чтобы не отпугнуть покупателей. В итоге у последних на руках остается ненужная техника, которую сложно выгодно перепродать.